Мировые цены на хлопок выросли на 30%, что является рекордом с 2011 года. Причиной послужила аномальная жара и засуха. Сейчас хлопок импортирует Индия, которая является мировым лидером по производству. Об этом пишет Bloomberg. По словам издания, Бразилия занимает второе место в мировом экспорте хлопка – 17%. Первое у Соединенных Штатов – 33%. В этом сезоне американское производство хлопка уменьшилось на 28%. Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30% из-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.